Так, мы находимся в Дарвинском музее. Пришли на экспозицию. И входим по первому залу. А вот смотри, еще какой, да. Вот такой слон. Ну смотри, какой, иди сюда, тебе подниму. Какой гигантский морщ-то. О, с клыками. Кто там, Саш? Ого! Морщ. Давай поглядим, что тебе больше понравится. Смотрите, какой. Вот птицы, пожалуйста. Ну, смотри, морские обитатели. Смотри, краб какой. Смотри. Большой краб. Мне очень нравится. Так, ну а мы поднимаемся на второй этаж. Будем там наблюдать другую экспозицию. Ага. Саш, кто это, олень к тебе пришел? Пойдем лося посмотрим. Это выдра. Так, кто там, Саш? Давай, ручку, пойдем дальше, пойдем смотреть, кто там дальше. Ты куда зашел? Пойдем. Так, похлопайте по шмелю, и вы услышите, как он жужжит. Давай попробуем. Комната алхимика. Опять похлопать надо. Смотри, какая рыба, луна, да? Твоя любимая была, смотри-ка. Да, луна рыба. Луна рыба, да? Да. Крокодил. Так, а это... Уже? Саша, а как называется? Трицератопс. Вот полетел.
Так, а здесь мы видим древний мир человека. А? Вид сверху. Все вместе стоим. Смотри, вон там сошёл. Вот черепаха огромная. Вот, жуков много, да. Крабы. Мы смотрим на что? На вид сверху. Так, ну а мы переходим в следующий корпус и будем сейчас смотреть. Вот. А что такое здесь? А, цирковое. Нет, еще надо спускать. Давай. Пойдем посмотрим. Не лазить туда. Так, смотри, Саш, какой динозавр. Проситься можно? Рядом с тобой. О! О, сели все вместе отдохнуть на диванчик. Нажимай, нажимай рукой. Будет твой отпечаток. Смотри, опа. Папин отпечаток. Опа. Только отпечаток надо с другой стороны смотреть. С другой стороны отпечаток. Пойдем посмотрим. Ну давай, Саша, нажимай руку. Выше, 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 давай выше. Во, 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 давай еще. Еще, еще. Делаю, делаю, делаю. А ты там с другой стороны давай. О, все, иди сюда. Ладно, смотри, сейчас папка сделает, так уж и быть. Что получилось? Что получилось? Вот он, мой отпечаток какой вышел. Смурной. Саш, ну тебе 2 года, что ли? Он пальчики делает. А вот смотрите, еще рука сейчас. Опа! Папина рука. Пим, пим. Куда?